ну с кайфом же, ну типа. Как будто лучше бы. Лучше вот так сейчас жрать, чем летом жрать. Как будто бы весенний вайб, базара нет. Но не весна еще, весна через месяца два минимум. Две да. недели. Это типа, эй, куда ты лезешь, эй? Куда ты свое вот это... А вот сейчас, окей, сейчас, вот это что? Бомба? Да пиздец. Лучше бы в декабре эта бомба была. Когда вот такое настроение, волшебное, что-то, блядь, там что-то хрустело под ногами. Либо кипа денег, либо снег. Бумажные деньги. Представил этот скрипт, когда идешь по ним? Да. Блин, какая-то недосказанность, да? Да. А то я вот так вот просто последний раз плей не нажал, когда интервью у Димы брал. А как, что оно вышло? Ну, что мы сели и второй раз сняли. Серьезно? Да. Ошалеть. Это вообще супер прикольная история. Да, кстати, станция, если кто не заметил, то да, интервью с Димой, да. С первого раза не записалось, короче. Мы сели, минут 40 где-то сняли, все четко. Ну, мы первый раз в жизни вот так вот, типа, сели поговорить. То есть мы до этого у Ярушина на концерте виделись, все дела, но тут вот, чтобы прямо вот так поговорить, первый раз сели. И так вообще хорошо пошло, по маслу, все четко, вся хуйня. Я подхожу, а не работает. То есть я все это время записывал. Тебе нужен маленький ассистент. Да, да. Карманный такой. Карманный. Если есть у нас станция карликового ассистента, было бы здорово. Спасибо. А, так, станция. Классический суповой набор, гляньте какой. А, давно ждали, давно не виделись. Правда, правда ли? Валентина сегодня здесь. С Новым годом. С Новым годом, станция. Уже 23 февраля, блядь, тут должно с быть. С наступающим 23 февраля. Да, все, всех с праздниками, получается. Да. Шляпа, микрофон, зеленая, ушлепина. Мы здесь, станция, чтобы классно проводить время. Выпуск классический. Что? Ну, ничего, молчу. Поехали. Короче, давно не виделись, не так ли? Что? Ну, с каждым разом их все больше. А, да. Зверушки прибавляются потихоньку. Да. Да, как дела? Супер. Да? Она... Ну, я не знаю, как на камере, но вживую было видно, что прям выдавлено было это слово. Супер! Не, ну, на самом деле, я ебать как устала, но я рада, что я тут. Да? Да. Ага. А ты... Я вот смотрю твой инстаграм иногда. Вот это последнее мне понравилось, вот эта тема. Вы смотрите чат? Ой, чат, говорю, все, я на стриме всегда. Чат, пиздец, блядь. Станция. Вот это, когда оно вот эти вот моменты, там, дельты, не дельты, там, что там качалось там. Ба, смотришь на эту спину, думаешь, ай, вот же она, вот же. Это единственное, что меня держит еще, ну, в балансе, да. Поэтому, кто не занимается спортом и кому можно им заниматься. Не занимайтесь, нахуй. Да, ну, не, реально, если вы такой же человек-затворник, как я, да, то... То есть ты до сих пор пашешь нормально, да, все. Да, с кайфом. А растут показатели? Сколько да, от груди жмешь? Не, ну я от груди на самом деле, что там, не так много. Меня в основном-то низ интересует. Низ интересует. Да. Станция. У меня проблем нету. Нас тоже в основном только низ и интересует. Ну, извините. Там просто ближе к моей самооценке. Тонко. Короче, что сегодня? Газуем с кайфом, хорошо проводим время. Суть в чем? Наконец-то Imminence. Новый трек, новый клип. Да. А у них альбом, в смысле, какой-то планируется? Выходит, да, потихонечку, по одному треку выходит Imminence Continuum. Короче, говорят, что это ёб твою, просто за ногу, блять, просто оторвите мне все нахрен. Трек? Да. Вот, то есть мы сегодня должны это увидеть, станция, это по-любому. Дарко,
Дарку, наши замечательные пупсики, которые просто ядерные звери, они еще типа лайв из студии выпустили, но с новым треком, поэтому это надо посмотреть. Наши Throne замечательные и потрясающие разъебщики, мы их уже все знаем, и у них сегодня, в сегодняшнем выпуске, больше всего просмотров, между прочим. Да ладно. А они типа такие, вроде как ноунеймы, но извините меня. И гости, разумеется, но гости какие, станция? Call the Vatican, наши московские разъебщики, да, которым Маша клипы снимает. Все, точно. Наша. Маша, привет. Вот, короче, они выпустили новый трек, «Время зверя» называется. Это что-то, я слышал маленький фрагментик, к сожалению, потому что одно время ВКонтакте был просто заполнен этими постами. Ну, короче, пацаны выкладывали все. Вот, я там кусочек услышал, охуел просто, вот. Или на стриме кто-то кидал. Короче, у меня уже все, я уже не помню, откуда что прилетало, но я кусочек слышал и охуел. Мы сегодня послушаем. Получается, контента много, надо все слушать, все обсуждать, смотреть, наслаждаться. Правильно? Наслаждаться. По фактам. Поехали. Станция, короче, наши пирожочки, Call the Vatican, супер-мега просто звери, пацаны делают вещи, надо просто послушать. Сейчас послушаем. Фактами раскидывать. Надо послушать, сейчас послушаем. Время 21.12 чат, если чё. Да чат опять! Время зверя. Чат опять. Нет, всё чат. Я на стриме живу просто до сих пор. Ты хоть отключил его? Короче, решили... Тихо. Они, короче, решили дать по трусишкам Лорна Шор и Шоколаю, потому что тут в моменте Лёха звучит как Шоколай. Отвечаю. Вот тут. Да.
Это же Шоколаевский вокал. А потом дальше хрюкает, как Уилл Рамос из Лорна Шор. То есть заявочка такая. Пацаны, мы тоже так можем. Что-то так. Я в ахуе. Вкусно? Это ебать, вообще что было? Я так люблю, когда она свои эмоции описывает. Я в ахуе. Ну а как по-другому, не скажешь. Да. Ну типа, я примерно помню еще с прошлых разов, но это для меня вообще какой-то левел ебучий. Я просто думала, что типа, да нет, ну типа вот так еще, да нет. И вот типа на каждом из моментов я такая, да, ну что. Пушка вообще. Мне нравится, что они типа еще видишь как по-разному. То есть, например, если мы возьмем ту же самую Лорну Шор, у них вот это, короче, такой современной металкорной кочевости. Да. У них немного, да, вот этой модного вот этого звука. Молотилово просто сплошное. А тут, например, вот этот трек был вот что-то в стиле Лорны Шор, что-то где-то, короче. Предыдущие же там, где Лёха даже танцевал там в этом клипе, качал, короче, оно прям качает. Вот. То есть разнообразное выходит, не просто одно дыркор долбилово. Да, вот типа еще по-разному. И это вообще супер кайф, блин. Почему еще вся страна, станция, почему еще не слушает «Голос Ватикан»? Да, ссылка в описании на пацанов есть, пойдите послушайте, напишите пацанам, они абсолютно классные ребята, напишите им, какую они крутую музыку делают, это с кайфом. Надо говорить, что это... 10. Да? Не? Я бы сказала. Станция 10 из 10, но это пушка, это нравится. Блять, я кайфую, что у Лёхи вот этот демонический вокал, что он может... Он еще когда каверы делал... Он там типа и хрюкал, и все дела, то есть абсолютно разнообразно, и с этим можно вообще по-разному. Короче, ждем и новый материал от Call the Vatican, это просто что-то с чем-то. Станция, примите к сведению, между прочим. Подожди, вот на всякий случай, блядь, на всякий... Теперь так двигаешься. Да, на всякий ебучий случай, я так скажу. Да, все окей, запись идет, все нормально. Прикинь, сейчас отключился. Блять. Только все, это шутка. Спасибо. Станция. Это то, что сейчас понравится вам и, конечно же, тебе. Потому что это... Ты слышал это уже? Нет, я просто знаю, что это за ребята. Ага. Вот, да, новый трек, но... Сейчас ты, короче, кайфанешь. Backfire. Это то самое, о чем я думаю. Вот оно, модное звучание. О, да!
О да. Офигеть. А чё так мало? Вот это то, что надо, я считаю. Вот в этом вот и суть вот этого. Знаешь как, смотри. Вот если, например, старая школа рэпа, да? У них там треки были по 5, по 6 mm-hmm. минут, очень сильно много слов и все yeah. остальное. Сейчас новая школа такая, что там, парочку слов, 2,5 минуты, хватает, все, mm-hmm. отлично, поехали. И типа нормально. Вот тут тоже, вот ты прикинь, вот это растянуть на 4 минуты. Нет, 3 минуты. Да? Ну как будто бы трек, 3 минуты, это идеальные. А мне наоборот очень сильно нравятся вот эти коротыши. Типа ты вот за вот этот короткий промежуток времени получаешь то, что тебе надо. И, такой, и не доходишь до точки Б, блядь, из точки А. Ну, мне, например, на такси с дома на работу один трек 3 минуты. Да, ты говорила, да. Поэтому это вот два раза и чуть-чуть. Блядь, ну у них есть треки по 3 минуты. Ладно, ладно, займусь поиском. Просто этот на 2. Ладно, это на ёбнером месте, ну, потрясающая работа. Да, да, да. Вообще невероятно. Стильно, просто. Как это стильно. Мне нравится, что это вот можно называть стильно. Да, да. Типа да. Это уже... О, 21-21. Да я отвернул эти часы от себя. Станция, ну а что я поделаю? Очко, если вот... очко, блядь. Вот, 21, очко получается. Классно, это почему-то, когда именно ты здесь приходишь, знаешь? Обрати внимание, это в принципе каждый день. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas. Это реально реклама сейчас была, да? У нас есть время сходить взять, покавать, поставить. Вот, короче, я полностью поддерживаю такие вот инициативы с двумя минутами. Мне очень сильно нравится. Не смеем, как говорится, осуждать. Я, получается, скорострел некий. Ну, я, в общем, про что говорил? Это не так важно. Я вообще говорил про то, что... А про что я говорил? Да уже не важно. Да нет, подожди. А, про стиль. То, что, типа, вот, например, стайл, окей, okay. Смотря какой фабрик. Смотря какой details. Смотря какой details, блядь, женщина ебанутая. Станция, я надеюсь, вы шарите за все эти дурацкие мемы. Иначе Да, суть в чем? Стильно, мне хочется быть такими, как они, очень сильно классно. Они продали эту музыку. Да. Ой, очень здорово. Станция, нам продали музыку. Да. А, по-моему, отлично. Да, свое мнение вон туда в комменты можете написать. Свои ощущения, какие вот чуть-чуть яичишки почешивались, когда слушали. Или там чуть-чуть, может быть, где-то ёкнуло. Там же, в яичишках. Ну, хотя, если ёкает в яичишках, лучше к врачу пойти, Блять. Яйца и зубы, блядь. Зубы пиздец дорого лечить. Я сейчас начала зубы лечить. Ну, охуеваю, блядь. Наверное, просто да. Зайти в стоматологию платно, блядь. Заходишь, что? 30. Просто, 50, да. Да ты еще прикинь, у меня болит зуб адский. Я захожу в кабинет к стоматологу и просто еще 5, блядь, этих типов, студентов, блядь, стоят. Бля, на самом деле... Я говорю, это вы мне должны платить. Они все, типа, в мой рот заглядывали, понимаешь? Они учатся на мне. Но за бабки мои. Я думаю, как, бля, система образования это позволила? Ну да, пришли, короче, рот лечить. Бля, на самом деле, я не знаю, каким богам молиться за то, что у меня с зубами все окей. Пиздец, потому что я когда... Я у пахана какое-то время жестко вообще зубы были. Как он мучился. Мне удалять будут вот эти зубы мудрости, потому что они уже такие, мы не можем тут... Ты когда смотришь на людей, которые лечат зубы, блядь, это так больно, на самом деле. Я думаю, как хорошо, как хорошо. Это маша, маша. Сейчас вот так двигаться, смело. Так, станция, неожиданно, но мы продолжаем. Дарко. Дарко, Дарко. Лайв перформанс некий какой-то из студии. Это что-то сербское. Да. Дарко. Да. Ой, уже хорошо. Можно не продолжать. Пожалуйста. Спасибо.
Вот. Ты вот, только скажи, брат. Все, мне хватило, блядь, если честно. Вот ты слышала это? Блять. И все, пиздец, мне оторвало уже, ебало, я уже больше не хочу. 10 секунд. Все, нахуй вы еще 3 минуты 50 секунд еще для чего написали, блядь? Я охуел уже с 10 секунд. Зачем мне продолжение, блядь? Я не понимаю. Ты тогда вот так посиди, я послушаю, ладно? Хорошо, спасибо. Ну чисто ради уважения хотя бы. Ебать, это что за пуховик у него там? Ебать. Why is it you want to destroy me? Burn soul, make it a fire spell. But if it's all I ever burn so well, if it's a love you say, I continue to do. It's all that you do, please do what I need to. Burn soul, make it a fire spell. But if it's all I ever burn so well, if it's a love you say, I continue to do. It's all that you do, please do what I need to. Можно, пока ты будешь охуевать, быстренько расскажу. Первые 2 минуты просто пропали на фоне следующих 2 минут, когда он начал чисто ебашить просто. Нахуй вообще так делать? Это вообще незаконно. А он так когда-то делал? Например, я просто первый раз слышу. Не делал. Не делал? Нет. Ебать, это подарок. Ебать.
Это одно из лучшего, что я вообще за последнее время слышал. Чистый? И как он... Как? Я первый раз вообще Тома Барбера чистый слышу, блядь. Это что? Это как... Блядь. Как он скрывал столько времени? Настолько перевернуть вообще... Блядь, я так кайфую, что они вот... Вот чем мне еще тогда Дарку понравились. Во-первых, если так в смысле в маленькие вдумываться... Вот этот Джош играет на гитаре, блять, на перевернутой гитаре, левой рукой он играет. Не просто там, знаешь, перестроенная, перетянутый струн, просто перевернул гитару и вверх ногами на ней играет, блять, левой рукой. Это уже, типа, это уже, знаешь, типа, такой мув. Довертел я нахуй ваши правила, блять, все, типа, я вот так, мне ебать удобно, по кайфу, я вот так буду нахуй ебашить, что, блять. То есть все тут же гитарастские рамки, там, типа, гитарастов, которые сидят, такие как Фред Гитарист, блять, пошел ты нахуй, каждый раз буду это говорить. Иди нахуй со своей техникой, все замечательно, очень круто, технари, очень классно, вот это все. Чел просто перевернул и такой-то нули нахуй, и ебет этими нулями, все же шевелится, он просто к хренам собачьим, ты понимаешь? Тут уже... А в момент, когда пошел чистый вот эта электроника и дальше чистый вокал, это вообще просто вот так загибание всей индустрии, блядь, метальной вот этой. Типа, на нахуй, а вот это тебе как? Йоу! Обожаю таких бунтарей, блядь. Обожаю, когда вот такой подход. Идите нахуй со своими рамками и со всем. Мы вот так хотим, короче, ебашить. И это как стильно и пиздато, просто невероятно. Нет, реально, почему-то вот... Как будто бы целое, знаешь, типа целое движение боится каких-то экспериментов, каких-то новшеств, нововведений. Привыкли вот уже к такому, знаешь, типа вот она зона комфорта и поебать. Не, ну видишь, и только, смотри, я вот недавно насчет на этот счет размышлял, то что я не помню просто где, что типа есть, на последнем выпуске с Юлей сидели. Суть в чем? Есть, например, поп-музыка. Она всегда поп. Куда ни плюнь, вот, ну, да. Блядь, 20 это лет назад, ее, 30 да. лет назад, сейчас, это всегда поп-музыка, в ней ничего не происходит, просто всегда, я с поп-музыки сейчас очень сильно кайфую, это не чтобы унижать поп-музыку, например, очень нравится, но она всегда одна и та же, вообще ни хрена в ней ничего не меняется, тот же самый рок, если мы возьмем. Был когда именно рок-музыка, рок-музыка нихуя не менялась, она изменилась, когда вступил в силу металл. Металл тоже там что-то поизменял, но если взять металл 30 лет назад и сейчас, блядь, это один, металл. Один, да. Понимаешь? И тут, когда пришел кор, тут нахуй все изменилось, отвечаю. Потому что, блядь, металкор, мы сейчас послушали, это что было? Это что, блядь? Назовите, да. Металкорщики единственные, блядь, я считаю, что металкорщики сейчас гении нашего времени. Тот же самый Эдди Берг. Да, у нас была скрипка в Skillet группе и так далее, и тому подобное. Но вот так в металкор ее грамотно вклинить, только он же додумался до этого, ты понимаешь? Металкорщики — это просто дар божий миру музыки. Но давай так, все равно эти жанры, которые изначально были, они должны существовать и сейчас. Конечно, не, да, конечно, да. Что я просто про то, что они стоят. В целом это да. все вот привело да, к тому, да, где да, мы не, сейчас. Это нельзя отрицать, конечно. Да. Вот, так, но при этом именно развивают, короче, как я считаю, вся тяжелая музыка стартанула в развитие, в какое-то, в какие-то невероятные эксперименты, когда вот корщики появились. Корщики такие, так нахуй, блядь, у нас нули, у нас там какие-нибудь атак-атак или Аскинг Александрия, у нас синты, блядь, электронные в долбилове там гитарном, и пошли просто эксперименты. Металкорщики это сделали, понимаешь? Это просто кайф. Блять, я боюсь, что будет сейчас с Сименс, потому что как будто бы сейчас фавориты Дарко прям жесткие. Написали, прям да? Сейчас очень сложно будет, по-моему, переплюнуть вот этот вот... отвечаю, хочу стереть память еще. Вот это вот эта качель эмоциональная, да, которая да, просто тебе ебашила, я а потом... Я просто первые 2 минуты там, когда я думаю, бля, я что сделала тебе конкретно? Он так... Вкусно. Да, вкусно. Он выговорился, вот типа ты, блядь, да. слушай сюда. Это знаешь, как по ощущениям было, типа вот прыгаешь ты нахуй с парашюта и такой...
летишь, бля, и он потом бах, открывается, да. И ты такой, уи, как перышко полетел. Да. Вот по ощущениям такое. Станция впереди имминенс, и, бля, пожалуйста, Эдди, 5 минут. 5 минут. А ты до этого в очках был, нет же? Нет же. Все. Мне очень плохо становится. Извини. А вот эта шляпа у тебя была уже? Ну, шляпа я помню. А вот это все было тут? А вот это стояло тут? А я тут сидела вообще. Просто ебать. Заработалась девка. Имминенс. Континуум. Звучит уже, скажи, интересно. Я подобного не слышал. Мы все время слышим, блядь, Watch the World Burn, там, что-то, блядь, Paralyzed. О, ну это база. Потом Left Behind, короче, вот эти вот штуки. Континуум. Интересно. Doomsday, блядь. Внимательно. Yeah.
нету. Загадка. Ну, это не соврали, получается, когда говорили, что это разъёб. И Дарка как-то прям... Померкли чуть. Помним, любим. Ну, блядь, до свидания. На цифрах. Ёбушки-воробушки. Давно не было такой сильной в них работы. Да, вот именно. Типа, все, что до этого выходило... Типа, хорошо. Да, да. Единственный последний был Death by a Thousand Cuts. Вот он был, ну и то, типа, хороший. Зная просто их потенциал, да, как будто бы, да, и что они обычно могут. Да. Вот они что обычно должны. Да, вот я как будто, когда слушаю именно, я вот этого от них хочу, а не вот того, что там было. Mm. Вот этого хочется, блядь. Потом, вот, знаешь, типа, есть полка, и вот... Это их полка, угу. Вот, где такое звучание, такой набор инструментов, такой вокал, и это вот они в этом главные. Бля, на самом деле так же и есть. Станс, а я что, сейчас душнилой, блядь, перестану быть? Подожди, нет. Это получается есть полка для джинджер, например? Да, да, стопудово. Ну, у них же есть слушатели. Примерно дохуя. К сожалению, да. Вот. И так же именно. Я до сих пор не могу понять. Бля, музыка такая странная, блядь. Сколько раз мы Джинджер тоже те же самые слушали? Сколько раз мы слушали? Как можно, когда существует, вот, например, такое, слушать Джинджер? Ну как? Ну люди ж слушают, ты понимаешь? Мы на стриме сидим, человек заходит, говорит... Включи что-нибудь, блядь, нормальное, короче. Я такой, надо же всем угодить. Я такой, давайте, Architects Doomsday. И чел пишет. Мне вообще не нравится, говорит архитекторы. И он скидывает свой трек, скидывал. А я слушаю, ну это хуйня ебаная. А он кайфует. Ирина. Ты понимаешь? Да, но... Стоп, ты сейчас, получается, выглядишь как те типы, которые, ну, условно там, которые хуесосят... Тех, кто сейчас слушает новых Wild Ways. Они такие, фу, блядь, вы чё, блядь, как можно это слушать? Это всё хуйня. И ты такой тоже сейчас. О, блядь, ты чё? Да, да, пусть существует. С кайфом же. Кто кому нужно, тот пойдёт послушает. Не понравилось, всё, дальше проходи. Проще надо было. А куда мне эту часть души душную, блядь, деть теперь? Ты же в игры играешь. Там реализовывалось. А там нельзя. Банят? Ага. Ты не дай бог там кому-нибудь напишешь, блядь. Ты всё. Поэтому канал целый создал на ютубе. Бля, все разгадали. Да. Все, пиздец. Это канал для... Бля, ну как? Фуф. Я, знаешь, просто я вот сижу, и вот каждый... Я когда вот примерно вот такое слышу, я вот сижу, и я уже... Вот мне уже вчувствовано, как я потом буду сидеть. Да, да. И вот это вот так. Куда ты ехать, такую грустную едешь? Такую. В образе сразу, да? Мо, мне так на душе, мне тяжело так. Блин, я еще вспоминала, что давно у них не было песни, которая прям начиналась сразу с разъеба. Да. Даже? Mm-hmm. Обычно там что-то... Вот это вот, пока mm-hmm. они там прелюдии, все, тут сразу на нахуй, блядь. А какой припев, блядь? Я в ахуе, если честно, станция, блядь, как это вообще? Это как это? Это что это, блядь? Блин.
Ну, грузанули прям аж как-то. Аж как-то прям, да. Вот чё, кстати, да, немного вот тоже. Вот ты душнишь, я тоже немного душнишь. Вот они еще слишком про концептуальность. Вот я просто очень простой человек. Угу. Мне просто вот, ну, типа, вот белое, вот черное. Да. Вот это между. Я не из этих вот, кто типа, я намекаю, прямо. Да. Да, да, нет, не, а это, он что-то там ходит, думает. А, насчет клипов, да. Да, вот это вот. Но это всегда. Это классно, было. Конечно, да. Ну, типа, наверное, ну, блядь. Но это было всегда, видишь? Типа, они еще хуй не знаю, когда эти начали вот это вот из серии разных клипов, связанных сидишь между собой. Сидишь, потом, знаешь, дни и ночи не спишь. До Петри, да, что там еще имелось в виду, да. Вот этот ключик. Еще, а если ты еще что-то это вслух скажешь, тебя же потом другие. Да ты ебанутая, ты вообще неправильно поняла, и ты думаешь, ебать, я еще и дура. Охуительно. Станция, кто шарит, короче, за вот вселенную Imminence, за клипы, объясните нам, что происходит. Это хуя свободного времени, а? Что происходит, объясни нам, пожалуйста. Что, куда пошел? Что за ключик? Почему назад шел? Часы разбились. Блять, столько вопросов. Никаких ответов. В плане клипа, да, в плане музыки, что интересно, все понятно. Да. Ты такой слышишь, такой ебать, ну это. Страдаем? Ну это пиздец. Да, да, да. В плане клипов, да. А кто? А кто? О, подожди, я вот а кто? Так, а где? Паша, Паша, пожалуйста. Будь Паша. Паша Требухин. Блять! Паша, Паш, спасибо тебе большое за ебенистический визуал. Спасибо. Спасибо, родной. Ты просто. Ты блядь, ты и так просто. Все знаешь. Ты не просто, на самом деле. Пиздец. А визуал-то ёбнуться тоже был какой. Да. Единственное, вот да. Вот чё вы, Паш? Пасхалки такие. Как когда-то Арчик. Мы ржали с того, что типа Эдди такой, Паша говорит, Паша, вот это на Луну хочу я, клип снять там. Есть вариант. На Луну съебаться. Поснимать там. Вот тут, Паша, что все замудрено-то так? Это кто? Объясни нам, это Эдика идеи или твои? Да, кстати, да. У нас же есть непосредственный коннект, станция. Паш, объясни, чьи заморочки вот эти. На кого мне бычку, да? Да нет, мне кажется, что это все-таки концептуальность, вот эта вся от Эдика исходит. Мне почему-то так кажется. Потому что, видишь, там и в обложках, короче, там вот это все. И тогда, мне кажется, вот это он. Ну, как будто бы я тоже склоняюсь к этому варианту. А Паша такой сидит, да ёб твою мать. Опять вот эти все с обратными, блядь, вот это вот отсюда кадр, вот этот вот теперь мне заебись, вот это снимаешь. Вот море, блядь, в другую сторону делать. Попробуйте сделать море в другую сторону. Сколько я переговоры делал. Я сколько раз, блядь, согласовывал. Приливы, отливы, ёб твою мать, там, блядь. Алло, блядь, прилив, замутите, блядь. Заебались там тот, а когда? И все. Бедный Паша, блядь, заебался реально. Да-да, это Эдика идея. Да. А вот это, Эдик такой, Паша, а вот тут, чтобы вот эти облака были, и я в них, а? Вот так можно? Вот это вату тут раскидать. И Паша такой, да ёб твою за ногу, блядь. Уже. Ну все, знаешь, нипочем, когда вот этот тип, блядь, блин, волосютковый. Он разъем для меня всегда. Да. Он свои шевелюры. А как за это Харальд? Извините. Харальд, как блядь, его? С Хейром, блядь, ебучим. Харальд, в натуре ты пушка. И я надеюсь, вы смотрите наши реакции, они же классные. Иначе зачем мы тут все здесь? Действительно. Ради того, чтобы Эдик посмотрел наши реакции. Ну и там еще Нойка был когда-то. Да стопудово. Хотя нет. Бля, ну не знаю. Как ты думаешь, Ной смотрел? Я не пишу ему больше. Нет? Да пошел он нахуй, на самом деле. Да вот я тоже так думаю. Отписалась от него, вот это дома не надо. А мы сторис выкладываю. Ну хотя да. Сука. Ты не видел мой сторис, где я со стремянкой иду? У меня есть сторис, где я иду со стремянкой. Сейчас быстренько покажу тебе. Да. Я вообще хотела Нойку отметить там. Так. Типа, когда идешь на свидание с очень высоким парнем и типа со стремянкой ебашь. Нормально. Ну, я думаю, слишком много чести. А он, кстати, высокий, не? Ной? В курсе, да. 1.90 м.
А, он, оказывается, такой длинный. 1.80 там, да, с копейкой. Ну да, тебе бы точно пригодилось, там, получается, да. Стремяночка. Там всегда без службы поддержки нужна была. Интересно, конечно. Так, станция, я надеюсь, что запись до сих пор идет, и наши пиздежи не пропали зря. Извините меня. Ну что, блядь, продукты скоро портящие, чтобы пропадать в нашем разговоре. Внесите каламбура закатывающую машину. Нужно остановить эту женщину, иначе она пробьет дно каламбуров, блядь, и мы все провалимся нахуй. Я почему-то, знаешь, вот пока у нас есть еще 20%, я тебе хочу включить, знаешь, что? Последнее, что меня сильно поразило. Кусочек буквально. Да, давай. Я как раз на диете. Ты же французы, которые? Да, да, да. Я охуел, короче. Здравствуйте, блядь. Подожди. C'est l'odeur de l'enfer, un peu de souffre et de douleur qui s'émane et qui ternit mon âme et ma couleur. Je peux la sentir brûler tout mon corps, je veux la faire sortir, faire telle mon erreur. J'ai croisé tant de démons différents, j'ai bravé tant de vagues et d'océans, mais j'ai toujours ce monstre en moi qui dans le néant me crie. I am the creature. Чели жесткие в рот. Обожаю просто. Прыгнул, может быть, да? Очень классная мода началась. Да. Потому что это супер необычно. Угу. Мне кажется, ну, как будто бы ты прав, если бы другие жанры что-то такое, типа, ну да, да, ну, как бы. А тут смотрится так на контрастах четко. Что просто вообще я в восторге в каком-то пребывает. И что такое? Возможно, это из-за того, что типа, видишь, как еще?
от попсы точно никто особо не ждет. Ну, типа, блядь, там хоть они будут сальто тройное делать, да. Поебать вообще. Ну, там и не ждет никто. Да. Ну, просто вот еще один хороший трек. Да. Ой, бать, какой вокал, все дела. А тут же ты, во-первых, ждешь, вот что самое интересное тоже. Ты же ждешь, что сейчас что-то будет. А там еблось тебе такое, что ты вообще не ждал такого. Да. Ну, настолько, что еб твою сану. Определенная есть там схема. Да. Но она немного усовершенствованная. Да. Вот, например, даже с этим брейкдауном, да. Блядь, ты понимаешь, мы все привыкли сейчас, да-да-да-да-да, разгон. Уже такие сидим, а, сейчас брейкдаун будет. И он потом должен быть, бах, а он там, тут, да-да-да, и потом, бам, то есть вот тот же самый брейкдаун, ну, блядь. Ну, как можно его подать? Да, пиздец. А припев какой пиздец? Я хожу уже какой день, вот мы сделали выпуск, я хожу какой день этот припев у меня в башке. Потому что такой эпично красивый. И еще и между этими такая энергичная, 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 и потом бах. А как это... он начал на французском? Такой, да, вообще с рэпа на французском начали. Прям аж соскучилась. Пиздец. Это что? Станция Metalcore — лучшая музыка на свете. Ну вы-то это знаете. Заявление Metalcore станция. Да, извините меня. Вы в курсе, иначе бы вы этот канал не смотрели. Кайф, кайф, вообще кайф. Вот эти все музыкальные вкусности, вот это вот кайф. Станция. Юля, на самом деле очень хорошо, прям нравится. Я вот сейчас просто вспоминаю все, что мы сейчас послушали. Да. Это ебать. Да. Одна сложная вкуснятина. Станция. Ну что, наверное, хватит мучить Валентину. Валентина и так после работы. Думаете, что она ради нас такая красивая? Ну хотя, ради нас получается. Они... Ты ж после работы к нам пришла. Я когда некрасивая была? А? А? Сюда смотри. Все, расслабься. Всегда. Блядь, долго думаешь. А мы, кстати, еще это... Да, униформа. Станция, если что, это вот... Тут на входе раздают. Официальная униформа на Metalcore станции, да. Короче, посидели? С станции. Вы в курсе, где искать нашу группу в ВКонтакте? Вы чё? Группа вы чё? Кстати, он 31 марта приезжает. Да, я в курсе. Классно. Группа в ВКонтакте, короче, по ссылке в описании. По ссылке в описании. Это препятствиями называется. Да. Потом, это телеграм-канал наш, это все по ссылке в описании. Охота теперь. Теперь да. Черный такой, и чё все. А как известно, кто чай не пьёт, тот чёрт. Станция, короче, хорош сидеть вот это вот ляси-тряси, туда-сюда. Заебался я уже. Ладно, тогда все конец. Короче, все. Кушайте овощи, фрукты, маму, папу любите, и все, и будет вам счастье. Все ссылки в описании. Все, пока. Пачеда. Пачеда. Сарт. Грабеж среди белого рабочего дня. Нахуй. Эти междометия, непонятный человек. Блядь, не подписывалась. Ладно, нет, пизжу, конечно.